Вот, ну что, сегодня хотел рассказать 5 идей для YouTube-канала. Ребят, поставьте плюсик, кому интересно какую-то идею новую почерпнуть, может быть, что-то новое пробовать на YouTube или создать канал какой-то забавный. Да, сейчас будет идея, да. Пана говорит, лайки собирает. Это свинья собирает лайки, боже мой, свинья. Смотри, видишь, я вот сижу, лайков нет, смотри. Ребят, смотрите, свинья. Сейчас смотри, лайки попрут, смотри, попрут. Обрати внимание. Только свинью поставил, сейчас пойдут лайки сразу. О, лаги, говорит, подъехали. Плохо, что лагает. Не люблю перископ за то, что он лагает. Хреново, что лагает. Пойду поближе, поближе к роутеру. Тогда пойду. Это, скорее всего, перископ опять лагает. Я заметил, что вот он в это время, в дневное, часто лагает. Team 4, говорит, разберись. Вот, короче, сегодня расскажу 5 идей. 5 идей для вашего YouTube-канала. Может быть, они будут для вас интересными и свежими. Идея первая, довольно простая, это делать обзоры радиоуправляемых машинок, радиоуправляемых игрушек. Плюс в чем? В том, что это сама по себе тема довольно интересная, но на YouTube практически не развитая. В чем прикол этой темы? В том, что реально я нашел только два канала, которые этим занимаются, и там у них очень задротские каналы, то есть они там разбирают машинки, перебирают, ставят, красят. Это не очень интересно. Если делать классный контент, например, купить пару внедорожников на бензиновых двигателях, ну, правда, они дороговато стоят, положить на пляже голых женщин и по ним кататься на внедорожниках, это очень хорошо зайдет. Ну, женщин, конечно, не голых, я немножко утрирую, они должны быть хотя бы в купальниках, но, тем не менее, какая-то такая должна быть фигня. Вот, тема неплохая и тема, главное, прибыльная. Ну и опять же, квадрокоптеры, полеты над городами на квадрокоптерах, это не очень популярно на данный момент, хотя контент очень забавный, можно делать крутое шоу с этой штукой. Гоу говорит следующую трансляцию 5 крутых идей для старта вне YouTube, можно подумать. Следующая тема, которая тоже мне очень нравится, это пранки на Твиче. Дело в том, что сейчас пранками занимается не так много людей, есть, конечно, Вольнов, но он подслился, объективно говоря. И, на мой взгляд,